Ну что, дочка, сколько тебе дали лжи? 0, мамочка! Ты не врешь мне? Конечно нет, зачем мне это делать? Так, хорошо, давай руку, когда у человека появляется ложь, это нужно фиксировать в системе. Тест показывает, что у тебя 1 000 000 лжи. Зачем ты соврала мне? Но я не вру, мам! Эй, ребят, а можно мне с вами поиграть? А сколько у тебя лжи? 0. Ого, так мало, а у меня 100. Да, мы будем рады новой подруге. А как вас зовут? Я Тим, это Мика и Лиана. А ну проваливай, мы не играем с лгуньями. Лиана, ты о чем? Моя мама дружит с ее мамой, она говорила, что у Лизы 1 000 000 лжи, а не 0. Тогда Лиана права, нам не нужны подруги-врушки. Привет, Лиз. Привет. Что случилось? Ты говорила, что болела, но на той тусе я видел тебя. Ты не мог меня видеть, я дома с температурой лежала. Я верю своим глазам, со спины была вылитая ты. Она просто врет тебе, Мико, я тебя всегда предупреждала насчет нее. У нее же 1 000 000 лжи. Лиана права, между нами все кончено, Лиз. Дети, случилось кое-что очень серьезное. Кто-то пролил краску на мою машину. Я знаю, что это один из вас, лучше сразу сознайтесь. Это сделала Лиза. Лиана, что ты несешь? Лиза, у Лианы 0 лжи, она бы не смогла соврать. А вот у тебя лжи много, это все знают. Но... Иди к директору. Елизавета, это ваш 4-й серьезный проступок за месяц. Еще один, и я буду вынужден исключить вас. Но, директор... Разговор окончен. Лиана, зачем ты это делаешь? Зачем подставляешь меня? Разве не ясно? Чтобы тебя исключили, конечно же. Это из-за того, что Мика выбрал меня? Нет, просто твоя рожа меня бесит. Милая, что случилось? Мам, если я расскажу, ты все равно мне не поверишь. Всю мою жизнь почему-то все вокруг думают, что у меня куча лжи. И никто мне не верит, хотя у меня всего 0. 0!